Боже мой. Всех оставить. Зачем? Хотя в том возрасте, наверное, трудно выбрать, кто. Представляешь, не потом трудно. Они, если засидятся долго. Не трудно, потому что очень разный вес. Они уже в 2 месяца такие слоны. Да. Повешу на Фейсбуке, но я уберу звук, что большая социализация. Да, музыку поставлю. Напиши возраст, спокойно. Мы в шоке. Они маленькие еще, а их сразу в такие. Все по-строгому сразу. Они выспались только что, такие свежие. У нас большая социализация. Вообще скоро вся площадка будет. Ну это ничего, я хочу свою собачку. Пошли переметываться. Ну да. Уже не сидят в одном углу. Барьер. Тот прыжком на кусты. Нет, тот. Барьер слалом. Ру, иди сюда, пожалуйста. Давай быстро. Ну, я яйца нашла. А, ты снимаешь? Да. Придется убирать звук. Чуть-чуть. О, ты проснулся. Пошла, молодец. Ты проснулся. Мне нравится. Ты проснулся. Оставляй желтую, Эви. Я за желтую. Мне тоже обалденно нравится. Я за желтую. Она не смущается вообще ничего. Остальные зажали. Ну, хоть немножко, но зажались. Ну, да, ну, и это лезет играть, а эти вообще не хотят играть. А ей пофиг, что ее там на нее скачут. Я за желтую. Туда. Эва, вот ты сидишь, он скатес. Скатес, наверное, играешь в буры, какое-то бромское движение. Да, ошейники не стащить, потому что не отличаю, кроме и желтой, и темно-синего не отличу. А и роза? Да, не, и красную отличу. Ну, там уже мало останется. Потом уже методом только...